Сражайся вместе с машиной, достойной тебя. Lenovo Legion. Строгая внешность, хищная натура. Всем привет. Мы уже третий день, как находимся в Копене. Приехали прямиком из Стокгольма. Не с мажора, конечно, а с Эвом. Мы там планировали побыть чуть подольше, но получилось, как получилось. Приехали пораньше, объясню почему. Давайте быстрее уже куда-нибудь пойдем, а то сидеть в отеле уже как-то совсем не хочется. Погода, конечно, как будто мы как в Питере оказались. Ни секунды солнца, постоянно дождь, то снег, то еще что-то. Вот. На самом деле, очень давно не было такого графика, чтобы прям с турнира на турнир, без каких-то ни было перерывов и на отдых, или там хотя бы двух, там, недельную или недельную оставание дома. Поэтому мы сразу с АЭМа, говорю, договорились с ESL, так как мы вылетели раньше, чтобы мы могли немного остаться в Стокгольме, там потренировались и приехали сюда же, опять договорились с Бластом. Спасибо и тем, что пошли на навстречу и приехали чуть раньше сюда, нам собрали прокрумы, все прекрасно. Но бывают некоторые мелочи и недочеты. Вот, например, из-за того, что мы были не были дома, у Димана сломалась мышка, и мы, к сожалению, не можем ее никак заменить. Но, благо цивилизация, сейчас донесем Диману подарок. Я эту посылку получал 4 дня. Заказал ее еще, находясь в Стокгольме. Просто вымученная, как не знаю кто. Диман, все для тебя. Что, ты думаешь, не на ней играть? Это уж ты как сам решишь, Дмитрий. Зато вот за те 3 дня, которые мы здесь были, в принципе, ничего такого особо не произошло. Парни все время пракались. Единственное, что у нас поселили в отличный отель. Большая уютная кровать. Чек. Уютная ванная. Чек. Крутое кресло. Офигенный вид. Чек. Куча заварной лапши, потому что в Копенгагене все супер дорого. Чек. Ставь лайк, если тоже так питаешься. У нас там потрясающий прокрум. Дима, сколько команд с заменами играет? Ну мы. У нас кто? Но у нас вместо Шира будет играть второе. Свити Потс, да, тренировался в... Короче, там все команды заменами, более... кроме Нави. Ну, получается, замена у Нипоп? Нип. Нип, Джету. Джету. А почему Джету? Хероик. Джету. Нет. Шучу. Хероик. Хероик. Нип. Нип. Все. Мы. Все. Ну, мы уже... Ну, 3 команды минимум. Ну, 3 точно, да. Там еще слух был, Симпла заменен тоже. Монези вроде. Ну вот, да. Намечается один состав. Говорить я вам не буду. Короче, брак очень удобный. Да, очень удобный. Обсуждается здесь. Да, обсуждать очень много всего, работает плохо. А еще смотрите, что Сережа сделал. Сережа нарисовал Дима. Это Дима. Да, вот он с Авиком. Это палка Димы. Только не Азимов почему-то. А это наши секретные тактики. Это Саша придумал. Я придумал, это, кстати, Шира рисовал. Не-не-не, это Саша. Это Саша. Саша у нас тактики делает. Если вы не знали, то это наш новый тренер, Свити Потс. И вот тут, не, подожди, вот тут должна быть вставка из Стокгольма. Так, ребят, ПЛЗ, давайте быстро разберемся с ТСом, потом будем дальше уже что-то думать. Нафань, скажи громко, давай, нет, по очереди, Аксель, громко говори что-нибудь. Не слышно вообще Акселя. Саш, скажи админу, что Акселя не слышно. Дим, я вообще никого не слышу, кстати говоря. Что такое? Саш, ты можешь позвать админа? Что это так вообще? Кто так ведет турниры? У нас там хорошо за нами, быстрая коммуникация с Бластом. Короче, тут нам ESL... Ой, Бласт. Тут нам Бласт подогнали вот такую елочку. Саша сделал такую фотографию. Да, фотка, кстати, классная. Единственное, что жалко, нету тут на этой фотке кого? Правильно, нашего любимого менеджера. Нам еще подарили машинку. Мы ее, кстати, подарили дочке нашего любимого тренера. Тренера. Вот еще фотоаппарат. Это мне подарили. Короче, все по стандарту. Напитки, еда. Да, напитки, тут чепсики. Очень большой экран. Но прям. Чепсики, как заметно, мы почти не кушаем, потому что мы за здоровый образ жизни. Саша очень пропагандирует, поэтому мы кушаем не только Саша. Фруктики. I'll take one. Really bad. You take one, thank you, bro. Special from... Да?
Apex. Thank you very much. You're welcome, man. Bye-bye. Мы, в принципе, уже привыкли к компам. Компы такие же, как будут, как и на арене. Вот, соответственно, для нас все складывается максимально благополучно пока что. Кстати, первый раз играем вот на стойках, а не на нормальных мониторах. Это позволяет Дмитрию Шерстухову сидеть максимально комфортно. Как он обычно делает. Стойка потрясающая. Так, по всему остальному, вроде компы нормас. Тимох, хорошие компы? Лагают. Прекрасно. Настрой боевой. Спасибо. Are you all ready? Сегодня первый геймдей на Бласте, погнали! Кстати, занимательный факт. Этот Бласт, этот World Final, будет для команды Гамбит вообще первым Бластом, ланом, в котором команда участвует. Поэтому и результат вдвойне интересен. И нам разрешили разминаться прямо в практике на сцене. Соответственно, чтобы нам не париться, берем с собой SSD-шники. Диман с подушкой не расстается. Спит постоянно. Вот. Да, я не каунтер не говорю. Карусель. Кто успел, тот и съел. Не ругаемся. О, Мерседес! Бенз! Это уровень. Hello! Nice to see you! Hello! Thank you. Можете начинать движение в сторону буквы А. Hello, brother. Буковка А. Пошли туда, да? Где написано Нави? Пойдемте в прак сразу. Может, все равно сутапиться будем у нас. Я наушники с собой не брал с микрофона. А, кстати, я тоже. Я тоже. А вы что, не взяли? Давай. А мы ж тут будем играть. А вы что, не взяли, реально? А кто взял? Я взял. Скажи, у кого самая лучшая память у нас в команде? У Александра Щербакова. Нет, в команде. Константин Пики нет. Нет. Кто взял свои наушники, в отличие от всех? Нет, это не память хорошая, Саня. А что, навыки? Просто подумал, и все, просто подумать. Короче, парень на праке будет единственный инфу давать. Перед Сань, важнейшим, важнейшим Сань, матчем. Нам инфа не нужна, мы сюда приехали. Мы по скриптам. Таких матчей будет еще 10 миллионов штук. Это один из них. Вот это настрой чемпиона. Именно. Парни остались за закрытыми дверями, потому что мы играем в разыгровочный прак, и не хотелось бы палить свою карту, ту, которую мы решили пикнуть. Соответственно, вы-то это уже увидите, а Heroic, надеюсь, будут ходить рядом и не увидят. Поели перед игрой, посидели, десертик скушали. Осталось теперь только проиграть Кэдиану и Рефрешу, которого там на диванах спят. О, молодец. Mamba mentality. Как же красиво. Парни сидят, аналитика обсуждает, Heroic уже сидят. Совсем скоро уже начинаем. Осталось совсем немного времени. Уже практически все готовы, парни сетапятся. У нас не было заранее SSD сетапа. Все непосредственно проходит сейчас. Сцена, конечно, очень красивая, выглядит прям классно. Надеюсь, пару шотов получится сделать так, чтобы вы поняли, что это реально круто. Последняя подготовка. Парни подписывают доки, что с Моникой все нормально, с системой как все хорошо, все работает как надо, конфиги на месте и так далее. Фактически, мы готовы. Просто посмотрите, какой масштаб продакшн. Доли, куча операторов, техники вообще дофига, сколько экранов, как все дорого-богато выглядит вообще просто. Абай, ты полностью готов? Да. Давайте, я пошел. Счастливая.
Еху! Хорош! Давай, Димон, удачи! Нормально! Сосредоточено. Хорош. Просто на расхват, как нет, пирожки горячие. Ух, меня не просят. А ты просто, ты только на венгерском разговариваешь. Да, да. Смотри, подошли. Извинились. Heroic, менеджер, тренер мужчины. Подошли, извинились и сказали, что они действительно не знали. Объясните, кстати, эту штуку, что там да, было. Да, в общем, суть до дела была какая. Есть баговый молик на карте Девертига, который использует контры. А на этом турнире данные молики запрещены. Но, как я понял, не до всех команд была донесена эта информация, и Heroic были в числе тех команд, которые не знали об этом. Они совершенно спокойно юзали этот баг и сделали с нами как минимум дважды. Его. Когда админы, которые смотрели трансляцию, заметили это, они остановили матч. Здесь началось самое интересное. Мы выигрываем матч. Мы выигрываем раунд со счетом 7-4. Останавливают матч и говорят нам: ребята, последний раунд, который вы выиграли, не считается. Почему? Потому что ваши противники заюзали баговый молик. Пальчик выкинь. Тут мы и присели. Ну, собственно, потом, когда судья подошел, я сказал наши аргументы, сказал нашу позицию. Они согласились с этим. Я сказал нашу позицию. Да, он сказал. В общем, он подумал, а я решил. Ладно, нет. Ну, в общем, наша командная позиция была простой. Мы не хотим мошнить. Мы готовы продолжать играть с этого счета. Но если нам отнимают раунд за то, что они используют баг, это как минимум глупо, нечестно, ну и так далее. Чем собирались, могут удивить на перед двух картах? Да, на самом деле не было. На Инферно мы хорошо за КТ сыграли, потом взяли 4 раунда. Да. Закинули, потеряли чуть-чуть. Потом чуть-чуть не пошло у нас за террористы в сторону, но мы взяли 14 раундов, это нам дало много ошибаться, и в итоге мы все равно дожали там два раунда, что ли, нам нужно. Поэтому важно дожимать, чтобы всегда. Именно. Похоже на расклад мечты, что как бы, тот же Нави здесь. Какие вообще мысли перед Ликвидами, с которыми, я помню, мы играли всего один раз. Да, мы с Ликвид играли на EPL, я помню. Было этот тяжело, матч. Но мы выиграли. Да, мы три карты вроде играли, не помню каких, но... Мираж 3 была. Да, вроде да. И тогда было тяжело, мы, можно сказать, были не в лучших кондициях в том матче, но сейчас мы набираем форму. Я думаю, против Liquid мы постараемся подготовиться и не будем их недооценивать. Мох, начни отвечать ты. Вы достаточно долго уже путешествуете, почти заезжая в Москву. Как вообще вот перед последним турниром года физическое состояние, моральное, как себя чувствуете? В принципе, все хорошо. Чуть быстрее, может, где-то устаем, но так все отлично. Ну, типа, нравится путешествовать и ладно играть круто. Закелил на Вертига. Ну, да, красава. У меня, я не знаю, ну, в принципе, неплохо. Мы были в Швеции там 2 недели вроде, сейчас находимся в Дании. Перелетов особо нет, поэтому физически легко, но морально тяжело. Мы турнир за турниром играли, и поэтому тяжело. Мы выдохлись на Стокгольме, у нас были камбэки 15-15, там очень сильно, и много эмоций дали. Ну, сейчас, после того периода, сколько мы отдохнули, 9 там, дней или 8 после вылета с турнира, сейчас вроде более-менее нормально. Посмотрим, как дальше будем выступать. Увидимся на Мальдивах. Да, именно. Ну что, это был первый день турнира на Blast Premier World Finals в Копенгагене 2021. Я очень рад, что он закончился нашей победой над командой Heroic. Игра была отличная, но... все отлично. Следующая игра будет уже сегодня в четверг вечером. К сожалению, я не знаю соперника, но я думаю, к тому моменту, когда вы видите этот ролик, у нас точно уже определится сетка. Пишите ваши комментарии о том, что вы хотите узнать о команде или на этом турнире, любые детали, мелочи, мы все обязательно прочитаем. Учтем, мы постараемся включить уже в следующем блоге, который, уверен, не заставит вас ждать. Ну что, увидимся в следующем выпуске.